Нижнегородская компания «Самотлор НН» начала мелкосерийный выпуск грузопассажирских венов на базе «Лада Ларгус». От стандартного универсала «Ларгус» новинка отличается увеличенной длиной и высотой. Прибавка в габаритах достигнута за счет установки специальной стеклопластиковой надстройки и удлинения заднего свеса. Длина так называемого каблука от «Самотлор НН» составляет 4840 мм, а высота 1950-2030 мм, в зависимости от комплектации, то есть новинка на 370 мм длиннее и на 280-360 мм выше стандартного универсала Largus. Кузов вена пятидверный, две двери кабины, две боковые распашные двери грузопассажирского салона и одна двухстворчатая распашная дверь сзади. Проем задней двери и ее створки сделаны на всю высоту кузова, что облегчает погрузку-выгрузку объемных вещей и грузов. Грузопассажирский отсек вена изнутри обшит термо- и шумопоглощающими материалами. Кузов и двери имеют остекление. В базовой комплектации автомобиль имеет пятиместную компоновку салона. При этом сохранена возможность монтажа двух сидений третьего ряда. В крыше имеется вентиляционный люк. Снаряженная масса нижнегородского каблука в зависимости от комплектации составляет от 1260 до 1530 кг. Автомобиль оснащается стандартным 102-сильным бензиновым 1,6-литровым мотором Renault KFOM и механической коробкой передач. Каблук от Самотлор НН выпускается в гражданской модификации, а также в версиях санитарный автомобиль и социальный такси.